Проект партии «Единая Россия. Школа грамотного потребителя» запущен и работает с 2014 года. Цель проекта – повышение грамотности граждан в жилищно-коммунальной сфере и их информированности об основных направлениях государственной жилищной политики. Жилищное законодательство несет изменения. Частному потребителю сложно уследить все постановления правительства в этой области. Поэтому региональные кураторы проекта проводят семинары и читают лекции для граждан и общественных активистов. Так, 7 декабря в администрации города прошел семинар «Школа грамотного потребителя», который проводил для десногорцев куратор партийного проекта по Смоленской области. Партия в данном случае обозначила проблему, что люди, к сожалению, очень часто питаются мифами. Я даже вот успел перемолвиться, что называется, в кулуарах с некоторыми слушателями, уже понял о том, что и у вас в Десногорске есть вот эти представления ошибочные, которые, конечно, надо развеивать и разубеждать людей. Для того, чтобы правильно, опять же, эти отношения регулировать, необходимо, соответственно, знать, как это регулировано с точки зрения законодательства. Любые дополнительные информационные мероприятия, подобные тому, который сегодня проходит, оно, конечно же, на пользу пойдет нашим горожанам. Возможно, у кого-то не очень высокий уровень доверия к непосредственным исполнителям услуг в коммунальной сфере, и тогда люди со стороны больше вызывают у них доверие, поэтому, может быть, больше сегодня информации будет воспринято. Поэтому любое повышение грамотности населения, в том числе в сфере ЖКХ, я считаю, будет на пользу. Практика показывает, что получение объективной информации о состоянии отрасли ЖКХ в целом, правах и обязанностях потребителей услуг, знание современного законодательства значительно уменьшает социальную напряженность в обществе.